Всем привет! С вами Стив Про, и сегодня я покажу карту Horror Hospital для Minecraft Box Edition. Собственно, вот и вышла четвертая версия карты, в которой был добавлен пока еще неполноценный сюжет, друзья. Но все же он был добавлен, были добавлены новые текстуры, а также был добавлен новый вид из окна. Вот так вот выглядит теперь вид из окна, довольно красиво, и нету лишних, друзья, вещей. Ух ты, я испугался, как ты неожиданно выскочил, а я хотел представить тебя чуть-чуть попозже. Ну, собственно, это новый зомби, друзья. То есть, получается, новый больной, который будет ожидать у вас в этой больнице. Наверное, уже кто-то испугался. Вот такой он у нас, друзья, теперь очень страшный. И, собственно, были добавлены номерные знаки этажей. То есть на каждом этаже есть свой, друзья, номер. Третий этаж, четвертый этаж сейчас у нас будет. Также есть и, конечно, первый этаж. Но, собственно, это еще не все. Был добавлен выход на двор. То есть определенную дверь, через определенную дверь вы можете выйти на двор. Но сейчас я вам немного покажу и немного помогу по прохождению этой карты. Собственно, выйти на двор вы можете. Можете вот так через эту комнату и только так, но будьте осторожны, спускайтесь по этой лестнице, потому что внизу вас ожидает лужа крови. И почему же она здесь появилась, вы можете узнать в начале этой комнаты. Ну и сюжет, друзья, выглядит примерно вот так. Андрей говорит, что был охранником, но уволился из-за новой болезни, которая появилась в этой больнице. Довольно странно. И наш персонаж также будет говорить реплики, которые вы сможете читать по мере прохождения этой карты. И надеюсь, карта вам понравится, и заново вы пройдете с удовольствием. Друзья, это еще не все. Все ключи были перемещены, то есть они теперь в новых местах, и поискать их будет довольно труднее. И также по многим просьбам я сделал вторую версию карты, в которой я убрал моргающий свет. Но сейчас я играю именно с моргающим светом. Друзья, поэтому поддержите меня лайком. И опять же зомби, почему-то они прыгают на кровати, возможно, им это нравится. Но где эта чертова комната? Вот она, друзья, собственно, он уже здесь, уже попрыгал. И, друзья, я могу сказать, что карта получилась довольно хорошей, и, возможно, многим понравится сюжет. Ну а на этом все, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.